На ночной дозор ежедневно заступают сотрудники администрации, полиции, а также представители казачества и народных дружин. Сначала развод, подробный инструктаж, между рейдовыми группами распределяют разные участки города. Особое внимание к курортной зоне и местам массового скопления людей. Парки, скверы, площади и даже пляжные территории. Кроме того, дружины патрулируют отдаленные спальные микрорайоны и сельские округа. Главная цель – предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Вечером, но не каждый ребенок, может быть, дает себе отчет, что с ним может произойти. У нас такое время, что ребенок где-то забылся, загулялся. Но проходя мимо, может встретить какую-то не ту компанию, которая его вовлечет во что-то. Или в совершение преступления. Или он будет объектом этого совершенного преступления. Или в отношении его что-то совершат, понимаете? И наша задача вовремя этого ребенка оградить от всего этого и изъять с этой улицы, с этих ненужных ему проблем и друзей, которые могут ему как бы навредить. В ходе рейдовых мероприятий с подростками проводят и разъяснительную работу. Знакомят с пунктами закона, рассказывают, до какого времени они могут находиться на улице без сопровождения взрослых. В большинстве случаев дети знают о законе 15.39 и к 22 часам сами спешат домой. Что касается нарушителей, то административные протоколы составляются на их родителей, выносятся штрафы. Всего за первый месяц лета рейдовыми группами выявлено 14 правонарушений. Также специалисты посетили более 100 семей, состоящих на учете. Профилактические мероприятия продолжатся и дальше.